На ремонте вот такой большой телевизор Philips. Диагноз его, он включается, работает около 40 минут и потом выключается. Если подождать какое-то время, включить, он снова будет работать, потом немного поработает, снова выключается, вырубается. Модель сейчас покажу. Вот так называется модель 47PFL4606H, дробь 12. Ну и нужно открутить все винты, которые есть по всему периметру. Винты вот здесь, два винта, и тоже вот здесь по всей длине, и вот эти винты тоже все нужно открутить. Ну, собственно, сейчас этим займемся, откручиваем и затем приступаем к вскрытию за ней. Ну и теперь, после того как все открутили, проверяйте, чтобы все, тут оказалось три винта, например. Теперь можем снять, сторонку поставить, и теперь уже будем разбираться. Значит, блок питания у нас здесь, питание приходит отсюда. Раз вырубается, то и гаснет все, то скорее всего тут проблема. Какая, еще не знаю, но будем проходиться по проверять все, что здесь есть. Или сейчас включим и будет работать, и смотрим, что из них перегревается. Итак, подтвердилась теория о том, что дело в перегреве. Как я это проверил? Поставил вентилятор. Вентилятор обыкновенный, компьютерный, большой, правда, на 120 мм. Взял, прикрепил иголочки к проводам. И здесь на выходе есть 12 вольт и граунд, ну, плюс и минус. Воткнул сюда иголочки и при включении телевизора привязал вентилятор на скрутке тут, ну, короче, закрепил. И он проработал весь вечер, не выключался. До этого минут 10 и отключается. Итак, я хотел показать, что вот эта деталь, это шим-контроллер блока питания, черная микросхема с металлическим верхом, она перегревается, очень невозможно держать рукой. Что с ней сделать? Я установил на нее радиатор, какой, сейчас все вам покажу. Из-за нее перегревался телевизор, выключен. Итак, микросхема шим-контроллера сильно грелась, и я решил, у нее есть на микросхеме даже металлическая площадка для обогрева, даже с этой, с этим радиатором греется достаточно сильно. Итак, после того как я установил такой радиатор, все уже нормально работает, не перегревается, при закрывании задней крышки все нормально. Вот таким образом легко можно было исправить хороший телевизор. Подписывайтесь на канал. Таким простым способом можно ремонтировать и другую бытовую технику. Увидимся на канале. Всего доброго.